Последний новогодний выходной большинство мурманчан и гостей города провели с пользой для здоровья. Самые смелые и активные приехали в 11 утра в долину Уюта, чтобы принять участие в спортивном празднике «Мандариновый забег». Кто-то доедает новогодние салаты, отсыпается, отлеживается, а самые смелые и активные последний праздничный выходной начали с зарядки на свежем воздухе. В 11 утра в долине Уюта. Спортивный праздник «Мандариновый забег» собрал мурманчан и гостей города уже во второй раз. В этом году погода не подвела. Да и название необычное, привлекает все больше участников. Потому что мандарин – это символ нашей зимы, нашей полярной зимы, которая у нас в городе Мурманске. Естественно, что любая зима ассоциируется с мандаринами. Идея родилась в прошлом году. Всем участникам на финише выдавали мандарины, а победители и призеры, тогда мы решили их определять в беге и в ходьбе с палками, они получали мандариновые медали. То есть мандарин только на ленточке. В этом году решили мандариновые медали давать всем. Ограничений никаких. Спортсмены и любители, дети и родители, бабушки и внуки. Можно бежать, можно идти. Трасса от 1000 метров. Конечно, есть те, кто финишировал первым. Но главной наградой стали бодрость и отличное настроение. Спустя год после первого мандаринового забега среди участников уже начали формироваться команды. Кто с подружками, кто по интересам, кого общий вид спорта объединил. Отдельная группа – северные пенсионеры. Несмотря на возраст, и спортом занимаются, и мандариновый забег не пропустили. Очень хочется поддержать остатки здоровья, которые остались на пенсии. Да, скажите, а помогает это в жизни? Конечно, помогает. А чем, расскажите? Как? Хорошее настроение, бодрость духа. Спокойствие. Главное, хорошее настроение, общение. Много подружек завелось. Все нормально. Да. Главное здоровье и хорошее настроение. Особенностью забега стал конкурс костюмов, объявленный параллельно. Вдохновил участников на творчество, от грима до нарядов. Участницы спортклуба по скандинавской ходьбе Татьяна и Наталья покорили публику. Ну, Новый год, карнавальный, мандариновый забег, праздник, веселье. Рождество. Вот мы. Рождество. Веселимся. Мы занимаемся в клубе «Парсек» и вместе участвуем, нашли друг друга вот так вот. Ну и как без Деда Мороза и Снегурочки? Именно они встретили на финише участников с мандариновыми медальками. Больше сотни народу, даже гости из-за рубежа. И хорошее завершение новогодних праздников с пользой для здоровья и зарядом энергии на предстоящий рабочий год.